Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, ребят, ежедневное задание. Разыграйте 3 ореха. Разыграйте 3 танцующих зомби и выиграйте многопользовательскую игру. Вот здесь вот, наверное, поменяем мы. Замораживают зомби. Так, ну что, за орех? Давай, у меня орех как раз созрел. Где орех мой? Ой, это вообще не то. Не обращайте, ребят, внимания. Немножко, чуть-чуть, пум-пум, капельку буквально. Ты смотри, ты смотри. Смотри, кого мы с тобой нашли здесь. Так, нам надо разыграть 3 ореха, да, насколько я помню. Это меняем все. Ой, 2 кактуса. Ребят, как задница у меня болит. Именно ягодица. Из-за чего? Из-за того, что сегодня я делал уколы. А, бобо. Так, он ставит телепорт. Друзья мои, давай вот так вот сделаем. Мишень. Так, допустим. Телепорт, да, неприятная штука. А что сделал? Я сделаю вот так вот. Так зачем так сделал, ребята, в моей тоже? Ага. Ну, допустим, хорошо. Такс. Поехали, сделаем вот так. Вот я вижу зомби, друзья мои. Блин, вот эти два. Ни к силу, ни к городу. Так, друзья, что же нам тут дальше сделать-то? Давай, наверное, сделаем вот так пока. Пускай он там, я не знаю, кого он там может вытянуть мощного кого-то. Кого он там из мощных вытянет, я фиг его знает. Делает рикошет. Окей. Плюс этот голодранец. Так, голодранец, ребята, должен нам сыграть на руку, по идее. Давай сюда поставим его. Так, здесь 2 и 6. Ну, в принципе, орех. Я не знаю, ребята, он может кого-то помощнее там поставить. Энергии все-таки 6, он может. Ну, дофига, что может? Опять рикошет. Ребят, очень много рикошетов. 5 из 7, мне крышка. Вот эти ландшафты я уберу. Я не вижу вообще в них здесь смысла, если честно. Почему они в этой круге у меня находятся? Ума пока не приложу. Так, разыграйте 3 танцующих зомби. Так, подожди, вначале я уберу вот эти ландшафты, которые, ну, про... Их еще и 3 штуки здесь, ребят. Я тебе скажу даже больше. Я бы лучше бы поставил, наверное, вот бомбу здесь, наверное, больше. Так, 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 так. И если у нас на орехах, ребят, на орехах. Ну, не знаю, наверное, вот этот сюда бы взял бы, скорее всего. И...
не знаю, может быть, хилку есть. Ну, на орехах. На орехах. Я больше не знаю, что, ребят, поставить. Ну, вот этого, наверное, бы еще. Ну и все. Хотя их тут три. Да, пускай будет. Ладно, ребят, вы... сейчас суть не в этом. Сейчас суть немножко в другом. Нам нужно разыграть три танцующих зомби, что ли, по-моему, там написано было, да? Ну что-то такое, три танцующих зомби. Давай. Я на самом деле не знаю, какая колода здесь, но я помню, что, по-моему, от танцора здесь. Да твою ж налево. Да. А Гаргантюа-то здесь нафига нужен-то? Пипец. Начинается, наверное. Я так понимаю, его... Сейчас посмотрим. Есть у него этот солнечный удар или нет? Да должен быть. Грипп. Грипп. Ага, хорошо. А что, ну, грипп. Он что-то поставит. Впереди гриба он что-то влепит, ребят. А вот что? Он ставит подсолнух. Давай так сделаем. Ну, я не знаю, что он сейчас влепит, друзья, если честно. Семь энергии, блин, дофига, дофига. Он, я не знаю, он пока из заклинания ничего не тратил. У него из заклинания, ребята, минус два, это терновый куст. Вот он что делает. Вот он что делает, друзья мои, ты посмотри. Ты полюбуйся, что он тут вытворяет. Такие вот, друзья мои, дела. Неужели он сюда стебелек поставит впереди? М? Вот он что ставит. Я надеюсь, в блок же, да? Ага. Ну что же, мы теперь на равных. Мы теперь на равных с ним. Угу. Подкачался, да, типа? Давай сделаем так. И вот так. Три единицы урона. Минус один, один по земле. Прекрасно. Thank you.
Мне нужно было три танцующих зомби. Я, по-моему, больше ребят вызвал. Так, тут получается в блок. Ну, он уничтожит, наверное, этого или этого. Я точно тебе сказать не могу. Вот, вот этого. Подсолнышек. Окей, погнали, ребят. Сейчас вот это надо бомбанет, скорее всего. А, у него шампиньоны. Ну, в любом случае, получается, и этого, и этого. Так, мы 4 в лицо, а у меня, получается... А у меня получается что? Смотри внимательно. Я делаю так. И... делаю вот так. А там дальше пускай думает двумя картами, что он там сделает. Ну, уничтожит всех зомби на земле. Ну, хорошо, а этот все равно таблетки размажет. Грипп, он думает, ему грипп поможет. Окей. Ну, хорошо. И что ты сделаешь? Что он сделает, ребят? Ключевое слово. Что ты сделаешь в ответ? Мало шансов у тебя с двумя картами против двух гаргантюа. Два фруктовых микса тебя не спасет, если он рассчитывает на них. Ну, я думаю, что вы, ребята, поняли, да? Что он просто сдался. Виноградинку он все-таки, ребят, решил сделать. Ну, давай. Ты понимаешь, да, что это... что это крах. Смотри. Оп, шляпой. До свидания. И адьюс, амиго. Ох, друзья мои. Стримчанский бы, да, закатить. Я, знаешь, что думаю? Вот мы будем с тобой на стриме играть. А ты же ведь будешь прекрасно видеть, какие у меня карты. Тебе же будет неинтересно. Неинтересно тебе будет. Так, ребят, замораживает зомби. Ну, замораживает зомби, это можно взять и нашу дорогущую мадемуазель Роза на куче навоза. И можно за нее сыграть. Ой, как у меня башка начинает раскалываться. Я вам кофе пью. Отходняк. Друзья мои, укол сегодня все подряд делал. Так, мне это не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что это? Что это? 3, 5. 3, 5 и 2. Немножко не то. Курица. Курица убежала. Вот у него какая, вот какая тактика, ребят. Окей. Ну, курицу будем превращать во что? В козла. Друзья, во что тут можно еще превращать курицу? Давай так сделаем. Да и хорош пока.
Ну, неприятно, конечно. Надеюсь, это хламьё в блок мне. Да нет, друзья мои, не в блок далеко. Так-с. Самое противное, что, ребята, ни хилы, никого нету. Друзья, ну на самом деле, где хил? Помидорка, это понятно все. Где хил? Зараза. Так он решил. Так, значит. Поехали. Так, друзья мои, ну что, понимаете, да, что сейчас будет? Давай так сделаем, посмотрим. Все-таки переместил, да? Ну и... Угу. Он готов. Ну, как-то так, друзья мои. Как-то так. У нас там еще есть задание. Ежедневное. Нам надо глянуть на него. Так, невероятное событие. Колода капитана Огонька, повторите за мной, набита сильными бонусными атаками. Воспользуйтесь колодой танцевальных автоматов, чтобы уничтожить противника с помощью бонусного зомби с ведром. То есть капитан Огонек будет против меня делать свои... Пытаться бонусные атаки, но мы должны с помощью зомби с ведром противостоять. Я правильно понимаю, да? Давай смотреть.
Так. Блин, он карту возьмет, гаденыш. Ого, смотри, что он делает. 4 по атаке, да? Поехали. Не крышка, ребят. Но ему будет крышка, друзья мои. Обязательно будет крышка. Блин, два. Ну давай сделаем так. Подожди. Подожди, вот так. И вот так. Все. Ох, прекрасно. Прекрасно, друзья мои, прекрасно. Не стоит унывать. Ну что, попробуем добить. Попробуем добить с тобой. Какой не добить, а вообще хотя бы получить, ребят, 31 ранг. Уже время сколько прошло. А мы с тобой еще до сих пор сопли жуем. Ну, потому что я за кадром не играю, друзья мои. Пока. Так уже давно бы там. Как бы давным-давно был бы уже фиг знает какой уровень. Ой, хорошо, живительная влага пошла, ребят, по... Ой. Называется, Рэй лечится, блин. Крышка упала просто. Мне не нравится, ребят, вот это вот положение дел. Наше положение дел тут как-то... Давай, наверное, так все-таки поставим. Нам надо эту кикимору уничтожить. А этот клыш у нас прокачивается только при нанесении атаки, друзья мои. Ну, при нанесении урона, да, насколько я могу понимать. Я не знаю, кто там будет. Давай сюда поставим. Угу. Двое пойдут под расход, ребят. Друзья, здесь поможет, наверное, розочка нам. Наверное, поможет. Что-то вот сразу начинаю играть вот в «Россия не против зомби», мне сразу хочется, ребята, идти поиграть в снэп от Marvel. Давай я сделаю вот так вот. У него может быть кровожадный, друзья мои. Сейчас в блок пробью. Ну, в блок бомбанет мне. Я надеюсь, что в блок. Видишь, кровожадность. Но если в блок, может быть, заморозим, там посмотрим уже, что будет. Понял. Давай так сделаем.
Это не поможет. В блок. Не в блок, ни хрена, ребят. Угу. Угу. Давай смотреть. Опа. Опа. Блин, не то взял, друзья. У него одна карта. Ой, одна, две карты у него. Все, тут все, ребят, тут песенка спета. Твою налево, ну ладно. Гаденыш. Смотри, как удачно складывается для нас. Он бьет в блок. Вот этот бьет. А этого превращаем в розу. Ой, в козла твою розу. А дальше, ребята, все... Все как в сказке. Блин, хилищий... Это не то. Три. Опять ты, тварь? Ага. На тебе, гад. На. У меня еще один, друзья мои, есть. Еще один, так что живем. А на что он рассчитывает, я не могу понять. На какое-то заклинание? Кровожадность, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Кровожадность? Окей. Ну давай, давай, там дреща не гони. Делай там, что ты хотел. У меня вот этот парень на воду хочет стать уже. Или кукурузненько хочет тебя уничтожить. Рейсер 1987. Да, друзья мои, сдался сосунок. Самое удивительное, знаешь, вот когда ты выигрываешь, это прям блаженство. Когда ты проигрываешь, пердак горит, заметь. Заметь. Когда выигрываешь, такой на лайте, на расслабончике такой. О, крутыш, все, у тебя хорошо получается. Редко, ребята, такое получается, редко. Я помню, когда на планшете у себя играю, порой просто заходит, и ты знаешь, ты можешь ранга 3-4 взять вообще без проблем. Я тебе серьезно говорю. А бывает так, что просто пердак горит, будь здоров, блин. Ну все идет против тебя. Все абсолютно, все карты. Но вы видели же, бывают такие моменты, что ты выставляешь там определенную карту. Как, ну, не определенную карту, а у тебя определенная рука выпадает, и она совсем не совпадает с рукой твоего противника. Абсолютно. И... Некоторые вот ребята пишут в комментариях, блин, барахло, типа, блин, игра, ну, как сказать, не то, что там купленная, типа, как назвать-то это? Так, в табло получи двоечку. Вот так вот ты решил.
Давай так сделаем. Интересно. Ага. Ну, смотри, что он делает. Привет. Кровожадность. Телепорт. Ну, понятное дело, что ему кранты, ребят. Я его оставлять не собираюсь. Это немножко похуже. Но есть угроза. Так, лови сейчас ручи. Пускай там берет, что хочет, но факт, что этого, этому не жить. Угу. Но и опять в могилу, да? 2, 2 и 1. Так-с, допустим. Знаешь, что в моем случае, блин, обидно? Знаешь, что в моем случае обидно, ребят? Где те самые карты, которые мне нужны? Ага. Вот так вот, да, значит? Блин, сейчас разнесет меня. Шесть и два. Там пускай хоть что делать. Вот это рикошет. Кого рикошет? Вот этого? Или этого? Ну, хорошо. Давай. Так, друзья мои, ну что? Блин, зомби этот. Херни в какой-то. Давай так сделаем, в принципе. Ёпрасоте, блин, ну... Друзья, ну,
Я старался, я пытался. Я же не могу контролировать все ветки. Я не знал, что у него есть курабойщик. Ну, серьезно говорю. Даже предположить бы не смог. Курабойщик. Но меня больше на самом деле волнует не волновал не курабойщик. А меня больше волновало, где мои паттайи находятся. В плане я даже ничего не сделал. В какого хрена ты сразу согласился их принять, блин? Я просто показал на паттайю Все, ребят, пипец. Я даже не соглашался. Я просто хотел показать, говорю, где эта паттайя. И он сразу же согласился, пипец. Вот, ладно, фиг с ним с паттайей. А где вот этот был? Где эти все карты были, ребят? Даже не было хилищего лепестка, понимаешь? Я даже не смог использовать кукурузу по полной программе. Но тут тяжело не согласиться, да, с этим, с подписчиком, который сказал: ужас, ужас, типа рандом, ужас. Давай ставь своего пришельца. Нет? Или он что-то задумал, друзья мои. Или он что-то задумал. Мне захотелось, ребят, капучинки. Надо поставить, сходить чайник. Я, наверное, сейчас на паузу нажму. После этого поединка поставлю чайник, подогрею, налью капучинки. И уже после... Да, вот эта гадость плохо. Ну тут только одно стоит, вот так вот делать. И все. Но он потратил. Он потратил, друзья мои. Он еще просто не знает, как тому все выльется боком. Буквально в скором времени. Такс. Что он хочет здесь сделать? Давай-ка я сделаю вот так вот. И вот так. А там пускай... Что он там придумает? Хрен его знает. Перемещает зомби. Бонусную атаку. Зря он тут. Пускай, ладно. Я в любом случае, ну... Я в любом случае отхиляюсь. Ну, попытаюсь, по крайней мере, если, конечно, курабочек у него нету. Окей, хорошо, я с тобой согласен. Да и бокс. Так, три. Мы выживем, ребят, выживем. У него карт нет, у нас вообще все the best. Смотри. Ну и что он дальше сделает? А ни хрена ж он не делает. Да, срабатывает у него эта фигня. Он уничтожает, он думает, что он все. Властелин мира, друзья мои. Он уничтожил мне паттайю. А, питая, питая, правильно. Паттайя, питая, конечно. Ну и что дальше? Дальше-то что? Что дальше? Ну проскок, ну хуй. Проскок.
Поехали дальше. Ребят, у нас есть одна помидорка. Да, она немножечко хильнет. Буквально чуть-чуть. Но я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Ну это все, это гейм-овер. Доборка. Так, ребят, я вам говорю, что я хочу пойти к печенке нарезать. Давайте сделаем. Ну, для вас это будет секунды. Для меня это будет минут 15-20. Ну, в лигу-то мы сегодня перейдем с тобой в 31-й. Понятно, это однозначно. Так, ну что, друзья мои, я на месте. Налил. Баталию запустил. Капучино размешал. Но пить пока не буду, потому что слишком горячо. Сегодня у меня была, ребята, большая огромная ошибка. Когда я в магазин сходил, купил себе селедочки слабосоленой и купил себе этой, скажи, я скажу, скумбрии тоже. Была моя большая ошибка, ребята, что я не купил воды. Я опился сегодня. Просто опился этой водой, друзья. Не водой, я просто пить хотелось, а воды не было. Так скажем. Я, пипец, думал, сдохну. Вот почему потом пивасик, фигасик и все там подобное захотелось. Кстати, у меня насчет, ребята, смотри, как у меня все тут дерьмово. Очень плохо все идет. Прям вообще пипец. Давай хоть как-то прикроемся, чтобы не получить еще 4 урона. Поменял он мне ландшафт, да? Ай, друзья. Ничего пока не было. Давай, бей в лоб. Ну, он сейчас опять же его поставит, да, я так понимаю? Блин. Давай так сделаем. Охотничьи угодья, друзья. То есть он все завалил просто своими охотничьими угодьями. Ну ладно. А вот это плохо. Друзья, вот это вот плохо, блин. Давай так попробуем сделать. Двоюн, я думал, в блок хрен там блок. Соответственно. Верно же, друзья? Вы не худышников, так сказать.
заколебал, а? Набрал этих охотников дебильных. Я потом все равно, ребята, сделаю. И отхил, и все здесь будет. Безумие стоит. А он не в курсе, что я могу его сейчас превратить в дерьмище? Наверное, еще не в курсе, ребят. Ауч. Ну давай этого превратим. Может, он так и лучше будет. Три и шесть. Десять. Девять. Три и шесть. Там сидит, пыхтит. Давай 8, 10. Сейчас хилимся, ребят. Ну, я не знаю, друзья мои, если у него кровожадность, я сделаю вот так вот. А там посмотрим. Нету? Ну и хорошо, что нету. Так. Понятно, что он убивает. Но он же не пробьет же все равно. А, вон оно так работает. Все, я понял, друзья мои. Слушай, тогда хреново так. Три хп всего лишь осталось. Как тут сделать-то лучше? Не, ребят, это не поможет. Бомбанет сейчас. Уничтожит. Я теперь понял, для чего нужен. Я просто не думал, друзья мои, ну как бы, что если вот этот вот нанес урон, этот акула, блин, херачит. Она херачит. Тут мой, ну как мой косяк. Ну то, что даже мой косяк. Я бы, естественно, если бы была бы возможность, бы уничтожил бы эту акулу. Но мне нечем было ее уничтожать. Вот в чем суть. И он за счет этой акулы только и держался, друзья мои. Только за счет нее. Но у него никакого альтернативного хода не было. Был бы у меня вот... Хотя кабачок тут тоже... Нафиг два кабачка. Хотя кабачок... Хотя бы вот этот бы выпал бы. Но тут бесполезно там, конечно, было. Ничего страшного. Я по этому поводу не переживаю. Да, расслабился, да, где-то что-то продинамил, но... Это, ребята, игра, такое бывает. Я теперь запомню, что если наносит вообще урон моему персонажу, акула срабатывает, даже несмотря на что это ландшафт.
То есть, что это не заклинание, а что это ландшафт. Угу. Так, он для чего-то, ребята, хочет разгоняться. Он хочет разгоняться для чего-то. Пока не знаю для чего. Он делает шамасу, всякую тут дребудень. Ну, мы можем, что, мы можем его сожрать когда-нибудь, чего-нибудь. Он шаманит. На следующем ходу ставим вот этого, ребята, парня, и съедаем ему всю энергию. Так, смотри. Подожди, дай-ка я хорошо подумаю сейчас. Давай так сделаем. Он будет сюда сейчас ставить, так? Курабочек у него, что ли? Я что-то не могу понять. Ладно, разгоняется. Но он применяет заклинание, ребят, как можно больше. Как можно больше он делает заклинание. Курабочек, скорее всего. Хорошо. Ха-ха, ты смотри, что у него. Друзья мои, три случайных гаргантюа. Угу. И они же сейчас будут, ребята, все прятаться куда? В надгробие, верно? Они же сейчас все будут прятаться на надгробии. Паршивые зомби. Точнее, паршивые гаргантюа. Mm-hmm.
Вот так у него. Неприятно, конечно, ребят, неприятно, ну а что сделаешь? 8. Давай так попробуем. 13 энергии, конечно, нахрена, ребят. Да блин, ну тут все, ребят. Ну что же. 3. Да, много урона. Много урона. Черт, блин, ну там до ранга оставалось совсем ничего, ребят. Ну. Он все прячет своих уродов в могилы, ребята. Где, блядь, мои могилоеды? Где вот это все карты? Ну не знаю, ребята. Блин, ну вот где вот он был, блин. Он сейчас выпадает, блин. А где ты там был, когда ты мне нужен был, а? Ублюдок ты несчастный. Его тогда не было. Тварь, блин. В последнее время у меня просто, ребята, бомбит по играм. Просто бомбит. Я думаю, вы заметили, у меня и маты уже сплошные идут. Просто психика уже не выдерживает. Не выдерживает этого дерьма, блин, понимаешь? Это несправедливости, блин. Просто кипит, блин. Первого козла трогать даже не стоит, блин. Да ничего не буду здесь делать. Будем ждать. Не знаю чего, блин. Манны небесной. Делать, короче. Кайф блок. Хренок. Угу. А я тебе прекрасно понял. Поехали. Да. Угу. Так, ребят, что бы мне тут сделать? Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. Этого сделаем и вот так. Вирус, да и хрен, пускай вирус. Орех. Могилка. С одной стороны, это хорошо, ребят. Мы можем что-то сделать вот так. А вот это плохо, блин, что прикрылся. Но мы можем его пробить. Сейчас посмотрим, что у нас там выйдет. Что у нас... Он же в блок же. Да, блин, ты серьезно? А вот теперь что?
Ну-ка. Хана тебе, парень. Пошли петрушить. Блин, иди сюда. А мы его превратим сейчас. Нет, не превратим. Блин, сейчас сюда кого-то вставит. Вставит, друзья мои. Давай сделай так. Поставлю вот так. Здесь поставлю так. И вот так. Но он же прокачивал там, блин, кого-то. Прокачивал же, прокачивал. Думает, ребята, кого бы бомбануть? Как бы бомбануть? Что, сдается, что ли? Тактику не придумал, да? Видимо, одни заклинашки остались. Ну тогда, Джей, давай, до свидания. А у меня тут вариация, ребята, очень неплохая. Превращение в одиночку. Можно свеклой применить, то есть откинуть ту же самую Паттайю или Банана Дума и поставить его заново. То есть комбинация есть. Но это хорошо, когда комбинация есть. А когда ее нету, ребят, когда ее нету, блин, у меня совсем другое настроение. Иногда бывает равнодушным, а иногда бывает, блин, говнодушным. Ну вот что это? Это, ребят, хорошо, вот как он, корнишон? Нет, как его зовут? Артишок? Да, артишок, ребят. Артишок хороший. Когда есть ландшафт, артишок просто идеален. В моем случае он ни хрена не идеален. Вот здесь он не идеален. Какого хрена ложка здесь делает, а? Иди отсюда. Нервируешь меня. Опа, опа. И чё? Давай так сделаем. Окей. Молодец. Так, ребят, он протрачивается сейчас по полной программе. Мы погнали с тобой. Так. Так. И вот так. Да можем мы этого, в принципе, заморозить. Но я думаю, что пока не стоит этого делать. Ну, заклинание-то он набрал же. Набрал.
что ты так сразу же жидко-то? Хорошо. Я тебя понял. А если тут утырок играет на заклинаниях? Бананодума нету, ребята. Вот, вот как не хватает бананодума, ребята, на воде, а? Чтобы этого козла уничтожить. Ну так тоже, в принципе, пойдет. Шаманство. Окей. И свеклы нету, ребят. И свеколки моей нету здесь. К сожалению, блин. Но нам хп надо увеличивать, поэтому ставим, наверное, алоэ наши, да? А уже на следующем ходу можно будет ставить. Его здесь почему-то называется Астрой. Ну, Астрой, алоэ. Блин, алоэ стоит 8. Хе-хе, Астрой стоит 8. Давай я сделаю так. Ты издеваешься, гад. Превращает в карту дороже. Она же... Нет, она же... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это опасно. Но опасно чем? Тем, что он прокачиваться будет. Этим опасно, да? Все? Только не в блок, пожалуйста. До свидания. Это чудно. Сейчас надо, ребята, в любом случае Астрой ставить. Блин, он же может... Вот нафиг я это сделал. Ладно, хрен с ним. Вот это тут у нас, ребята, есть. А, он прикрывает. Он прикрывается зомби. А, призраком. Он сейчас сюда бомбанет. Ну, понятное дело, что... Ну я бы сюда бомбанул. А он странный парень. Очень странный, друзья. Ну ладно, фиг с ним, пускай будет так. Рикошет всех? Серьезно? Серьезно, рикошет всех? Ой, парень, ты просто мне сделал сейчас подарок судьбы. Вот, но это подарок судьбы, друзья мои. Я тебе серьезно говорю. Он мне просто сделал сейчас подарок судьбы. Он даже сам, наверное, об этом
не подозревает. Что? Не, если, конечно, у него там еще такие есть, то, конечно, да, я не спорю. Давай, поехали, сделаем так. Там, я не знаю, что у него стоит, но сделаем вот так вот тогда еще. И вот так вот. Ну, и что дальше? Ну, давай, смотри. Не поможет. У меня еще есть остроя, ребят. Ну, ну пускай превращает. Хорошо, он там в дерьмо превратится в какой-нибудь. Это тебе ничего не даст. Абсолютно. Просто разнесу, ребята, в хлам, блин, понимаешь? В щепки его сейчас разбомблю, блин. Две лужайки хилищих. Ну хорошо, ну в блок мне бомба. Ну ладно. Короче, пускай там что-то точно думает. Я это заберу. Ну, получу урон, да это фигня, ребят. Он, наверное, не догоняет еще пока. Ни хрена. Смотри, какой фарт. Смотри теперь, что мы делаем. Ой! Блин, я забыл, ребята, хотел. Ну ладно, остался. Я хотел этого поставить, потом вот этого. Ну, чтобы пропадет. Ну, фиг. Здесь это, вот эта, ребята, ситуация называлась беспроигрышная. Потому что я прекрасно знаю, что у мегамозга у этого нету карт такие, которые могли бы уничтожить. Там типа, блин, зомботов. Вот что-то такого. Нету у него. Массовые заклинания, массовые, которые заклинания. Ну, он мог вызвать этих. И то я не помню, ребята. Если у него за 11 энергии призывающие этих. Три гаргантюа. Не помню, ребят. Вот, врать не буду. Но, по-моему, у него и такой карты нету. И я прекрасно знаю, что он все, он поплыл, ребят. Но он заклинание. Там стоит только Паттайю поставить или Бананадум, и он поплыл. Понимаешь, он поплыл, как не знаю кто, как лодочка. Просто как лодочка поплыл. Ну, тут чуть похожая ситуация у меня получается, ребят. Он ставит, конечно, ничего не будет, мы поставим с собой вот так. Ну, летучих мышей стоит. Это заклинание. Четыре энергии. Окей. Давай сделаем так. Кого он может за 4 энергии, ребят, здесь поставить? Опа! А вот это попадос. Вот это сейчас был попадосик, друзья. Причем такой серьезный попадос. Как он сюда влепит. Давай так. Бумс. Хорошо. А чё, что ты ничего не стал делать?
Значит, еще одна ракета есть у нее, что ли? А, ландшафт просто меняет. Ну да, ребят, с картами, конечно, беда у меня. Что мы сейчас сделаем? У него остается только заклинание, ребят. Все. Он понял, что насрался. 9 энергии, а заклинашек-то на всех не хватит, понимаешь? Вот так вот. Ребят, обещал добить. Все, сделали. Сделали. Сделали мы это. 300 самоцветов у нас, там 300 с лишним даже немножко. О, хорошо, ребят, под капучинка все это идет, конечно, если честно. Так, у меня там друзей. Я смотрю. Так, Кристалл, Олеска, Мирмы Кипер, Солпинг, Ватанел, Землир, подарочек 23. Ты мне звонил, конечно, я тебе звонил, родной. Чебупелью. Чебупелью, да, есть такая штука. И Юрий Зо 90. Все. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.